Вот моя мастерская на втором этаже. Вот здесь, собственно, мой уголочек, где я творю. А творит Алена Лапина удивительные картины. Девушка совместила умение лепить из гипса и рисовать в единое искусство. Получаются объемные картины. Это лепится из гипса. То есть я намешиваю раствор гипсовый, все это вручную вылепливаю с помощью кисточек, мастихинов. В процессе создания шедевров применяется огромное количество инструментов. Но Алена говорит, что с такой работой легко справятся и взрослые, и дети. Нужно только захотеть. Очень нравится людям. Все приходят, трясутся, мы не умеем рисовать. В итоге получается так, что они очень благодарны и вот за то, что они себя попробовали в чем-то. Она потому что и художку заканчивала, и архитектуру как бы и рисует, занимается, у нее большой интерес к этому. Папа художницы рассказала, со своими единомышленниками Алена попробовала заниматься и паперкрафтом. Паперкрафт – это создаются 3D-модели, а потом собираются из бумаги, клея, вырезаются по бумаге. Ну, в общем, это вырезание, потом сборка какой-либо игрушки, модели, картины, что угодно это может быть. В Ярославле пока всего лишь 3 человека владеют этой техникой. Бывает, прям ничего не подсказываю, и человек сам сидит, делает. Ну ладно, просто один раз показал вначале, что к чему клеится, а потом в течение часа все сам делать даже не подхожу. Герои фильмов, мультиков смотрят на нас как живые. Самая большая фигура – Джин, его рост 1,5 метра. Научиться создавать такие модели совсем несложно. Главный секрет – внимательность и усидчивость. Хотите проверить себя? Ищите этих героев в Ярославле, они рядом. Алена Лисенкова, Сергей Ватин, «День в событиях».